Друзья, всем привет! Это новая серия «Тачку на прокачку». По итогу сегодня будем заниматься оптикой, покраской дисков, будем ставить громкие сигналы. Давайте покажу, что я уже начал делать. Снял повторитель, он был треснутый. Здесь внутри пылище, все надо будет отмыть, поставить новые повторители, будет красота. Также будем ставить туманки сюда, сюда. Здесь такой все ржавый-ржавый, ну ничего. Сейчас будет все блестеть, как новая машина. Также небольшие покупки. Вот такие вот стекляшки по 100 рублей на повторители. Две лампочки по 15. Масло в коробку. Но самое главное, купил эмаль. Жидкое зеркало. Здесь написано, продукт не имеет аналогов. Вот это да, вот это да. Так что у нас четырка будет на золотых штампах. Так, сейчас все отмоем. Это безобразие. А, красота. Все, лампочку установил сюда и сюда, также здесь. Сейчас будем клеить. Пришло время красить колеса, пока на улице тепло. Взял наждачную бумагу, сейчас все надо будет замотовать. Потом грунтовкой, потом закрою шину бумагой, чтобы она не закрасилась. Болты закрою и задую краской. Грунтовка, кстати, бесцветная. Переднее колесо уже сделал. Все закрыл. Вот так вот получилось. Вообще красота. Так, задул третье колесо, закрыл болты, резину закрыл, это загрунтовал. Вот еще одно заднее колесо закрасил. Перед готов. Вот так вот получилось. Вообще классно смотрится. Жидкое стекло называется. Краска, если что. Заклеил стекляшки. Поменял лампочки, сейчас скотчем так зафиксировал, сейчас пусть клеится. Вот на этот клей посадил, также с этой стороны. Сейчас минут 5 пройдет, скотч сниму и будет готово. Пока краска сохнет, приступаем к туманкам. Так, вот старое место. Здесь пришлось немного подпаять паяльником, ну потому что была трещина. Так, вот туманка, здесь замоталась за лентой, чтобы вода не попадала. Ну, хотя она и будет попадать, но на всякий случай сделал получше. Старые саморезы поржавели. Нашел новые. На новых будет лучше смотреться. Вот и все. Фонарик стоит. О, сейчас подтянем получше. Заглушку поставим. Ах, вай-вай-вай, красота. Так вид получше, чем так было.
Так, стоит стоковый сигнал, однотонный. Сейчас попробую поменять. Хочу поставить вот такие вот сигналы. Места как раз здесь много. Сейчас попробую установлю. Покупал я их за 400, но они лежат без дела. Так что попробуем установим. Будет работать, не будет. Так, все, подключил. Сейчас надо будет настроить, как они будут стоять. Ну, один так будет. Ну, где-то вот так будет. Наверное, вот так будет, чтобы вода сюда не залетала. Сейчас зафиксирую. Все, подключил. Тут папка, мамка, в общем, все дела. Вот к этой фишке подключился. Сейчас надо изолентой замотать, чтобы она все вот так не болталась. И, в принципе, будет работать. А теперь слушаем, какой звук. Не то, что вот это пищалка. 2 тона. Тем более сделано в виде, ну, такой дудки. Слышно за километр. Все работает через стоковое реле. Вот оно. В принципе, никаких проблем не должно быть. Старый сигнал отмоем и положим в коробку. Вдруг пригодится. Так, ну что, друзья, наша программа «Тачку на прокачку» подошла к концу. Давайте подытожим, что я сегодня сделал. Установил туманки. Вот они. Эти ржавые вообще никуда не шли. С туманками вид изменился. Поставил стекляшки. Вот они вот так вот работают. Лампочки поменял. Вот такие вот прозрачные стекляшки. Также покрасил штампы в золотой цвет. Смотрится идеально. Мне даже самому понравилось. Золотые штампы. Так, по салону. По салону вроде все подсохло. Вот такая чистота. Да, все высохло. Один день на солнышке. И такая вот красотища. Все подсохло, никаких жирных пятен. Процентов на 70 салон стал чище. А так на сегодня, я думаю, все. Глушитель Чистоган. Габариты горят. Аварийка работает. Такие вот штампики. Это покраска называется бомж вариант. Если у тебя нет литых дисков, покрась штампы, и они тоже будут смотреться. Ну, согласитесь, если были бы болотные, я думаю, не так было интересно, как вот эти золотые. Также завтра долью масло. А также мы поставили сигналы. Вот они, сигналы стоят. Ставим лайки, пишем комментарии и до следующего ролика. Всем пока!